Понял. Сейчас самогон. На, в толпу, в толпу, в толпу, в толпу. Знаешь, там сразу челики высадились из тачки. Вот это мне нравится. Да, не... Нас никто не поймет. В кучу, в кучу стреляем, в кучу стреляем, в кучу стреляем. В кучу. Андрюха, едь, Андрюха. Не тормози. Андрюха, не тормози. Мы застряли. Ох, не могу представить, какая жесть сегодня будет происходить у нас на серваске. Не завидуем всем игрокам, которые попадутся под наш. Так, ну что ж, всем огромный привет, дорогие друзья. С вами сегодня, как всегда, Олежа Кофе. Со мной сегодня Максим Фреш, Андрей Дефа и Ураганчик. И добро пожаловать на проект GTA Meter P на сервер Sunrise. Чё, кого, бро? Ну что ж, сегодня мы решили устроить наше любимое мероприятие — догонялки. Но проблема заключается в том, что сегодня я буду угонять от всего сервера на танке. Да, и я буду, конечно же, не просто угонять от них, но и буду отстреливаться прямо по полной программе. Также сегодня мы решили добавить настоящее сопровождение в виде БТР, поэтому мясо сегодня будет 100%, а это я вам обещаю. Поэтому, дорогие друзья, перед началом этого ролика хочу пожелать вам приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и, конечно же, подписываться на канал. Ну а сегодня, как я уже сказал, будет настоящее мясо. Ну че, пацаны, давайте по тачкам и в бой, погнали! Да. Не, ну пацаны, это реально жесть. Я боюсь представить, что у нас сегодня ожидает. Итак, дорогие друзья, добрый вечер, Sunrise. Опасный преступник Олег Кофе и его друзья у канал танк и БТР с военной базы. Его друзья молодец. Просто вам нужно сесть к нему в танк, и кто первый это сделает, получает 200 тысяч долларов. Поспешите, стрелять запрещено, преступник находится где-то на трассе А нам-то можно стрелять, Ну да, нам-то можно стрелять, а им нельзя стрелять. Подождите, они по нам стреляли, нам нужно. Нет, стой, пока рано открывать огонь, пацаны, понимаете? Нет, я буду, Олег, Полиция едет, я готов. Пацаны, что вы понимали? Кто мне, блин, на мобилу звонит? Я в танке еду, мне на мобильник кто-то звонит. Нормально. Нет, давай, стой, подожди, стреляем, пацаны, опять же, пацаны. Давай вообще вперед просто проедем, а там налево залет. Короче, стреляем только в том моменте, когда уже понимаем, что эти ребята точно участвуют в мероприятии. Только лишь тогда. Ну, чтобы просто не мешать игрокам наслаждаться. Я еду. Все, пожалуйста. Да, подожди, я просто покажу. Ой, не нужно флаги показывать. Так, вот этот Альфа Ромео. А слышь, Альфа Ромео, вот они взорвал. А, погоди. Ты что, он орёт? И вот этот сиатик тоже... Ой, блин, подожди, Максончик. Максончик, стреляй, пожалуйста, Максончик, сделай. Максончик, надо что-то делать, Мужики на БТРе, прикрывайте нас, пожалуйста. Они взрываются. Вот, нормально. Вот, самое главное преимущество танка, что мы можем делать вот так вот. Это вообще имба. Так, и теперь просто в кучку. Я Кулина взорвал. Я заправку взорвал. О, там долетели. Ебать, там челика повзрывал вообще. Там челики взрываются. Так, погоди, Не, ребята, это просто... Нам сесть надо, чтобы понимали. Нет, так надо, условие было простое. Именно красный танк, не БТР, а красный танк. Закройте БТР, чтобы к вам точно сесть не могли. Правило, как бы реально очень... Бедный таксист, таксиста зацепил. Макс, я просто всех взрываю, понимаешь? Вообще, блин. Носи, это жестко. Так, я боюсь пацанов своих же попасть. Нормально. Мы выдержим, Пацаны, не факт, что вы выдержите, потому что заряд у нашего танка реально большой. Не, это забейте, это полная жесть вообще, понимаете? Не, ну, если мы будем... Если мы сейчас будем по всем стрелять, так там точно никто не сядет, вы это понимаете вообще? Стреляй в толпу, Бам! Не забейте вообще, пацаны, ну как думаете? Как думаете, сколько времени мы с вами продержимся сегодня? Мне кажется, дофига. Нормально вообще. Мы от тачек избавляемся. Ты смотри, их становится реально меньше и меньше со временем. Кому не будете по ним так жестко? Нет, дорогая. Сейчас самогон. На, в толпу, в толпу, в толпу, в толпу. Знаешь, там сразу челики высадились из тачки. Вот это мне нравится. Да, они выпрыгивают сразу. Да, ребята, челлендж сложный, но он выполним. Это как бы за это мы и платим 10 тысяч баксов, понимаете? Как же много лагов, просто жесть. Там у меня FPS до 25 просел, это вообще нормально, как тебе сказать? Олег! Так, ну смотри, они... Олег! Так, сейчас самое главное, чтобы там кто-то багом не сел. Вот это самое главное. Кто там орёт, блин, я вообще нифига не понимаю. Бом! Да кто мне на мобилу, блин, звонит? У нас, блин, танк вообще-то.
сажают, нам пытаются съесть. Вот реально нахрена. Тихо, тихо, нормально, 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 нормально. Я там столько челиков высадил сразу. Подождите, а попробуйте дулом их отгонять, вы же можете туда-сюда. Так, да, 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 ну типа мы пытаемся. Я понимаю. Сели, кто? Нет, никого. Никто не сел, никто не сел. Давай, я к вам летаю. Остановочку. Олег, вниз, стреляй в толпу под себя. Там страшно, Максим. Страшно, 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 очень страшно. Очень страшно. Я боюсь еще, видишь, ураганно с Андреем зацепить просто. Тут так тоже. Нормально, Андрюха, по мне самое не главное, не стреляй, ты что делаешь? Смотри, какая там толпа, Максим, просто посмотри. Это же просто жесть, там сейчас вообще никого не будет. Сколько трупов там вообще валяется, это же просто жесть. Олег, уезжай, там сел, сказал, сейчас. Хорош, там сел, сказал, нам сейчас колеса пробьет, там ничего, что у нас гусеницы вообще. Ну нормально, нет, колеса у тебя. Бом-бом! Нет, ребят, забейте, это нереально просто. А я не понимаю, нас зажимают, но при этом никто не выходит, типа никто. Они заносят, но они боятся. Стой, Олег, да стойте, да я сяду. Да стой, да я сяду, говорю, Олег. Нет, нет, мужики, нет, мужики. В смысле, все? Ну красавчики, мужики, просто красавчики, а? Я так и знал, что рано или поздно это произойдет у вас. Заметьте, кстати, я давно не стрелял. Бум! Бум! Да опять мне на мобилу звонят, да что ж такое-то? Нормально, что мне на мобильник по КД звонят просто вообще? Я сяду и выберу деньги. Нет, 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 нет. Да не могу, я не могу ничего сделать. Так надо, так надо, там, там. Услышите это, нет? Услышите, что за жесть происходит там вообще, нет? Так, дальнобой не трогаем, стреляем в толпу. Ох, мне кажется, нас скоро крашнет. Ох, вот, смотри, только людей бежит. Все эти люди остались без машин, просто без тачек остались. Не так сильно лагать будет. Да. Ну что ж там все кричат, я не понимаю, а? Рано или поздно, но кто-то же должен сесть. Где какие деньги выиграл? Ты еще не сел к нам. Тихо, тихо, я тихо. Толпу, стреляю, вот Андрей бежит, вот Андрей бежит. Все, и в толпу стреляю. Это жесть, это просто жесть, это. Ой, блин! О, вот хорош, это... все сваливаем. Так, ладно, все, вот теперь. А мы вниз упали, Сейчас, погоди, я мобильник выключу, а то мне реально это не нравится, погоди. Сзади, Олег. А нормально, я мобильник выключил, все, можем ехать. Не, походу надо еще голосовой чат вырубать, потому что я вообще нифига не слышу, просто ничего. Дальше по прямой лучше поехал. Я не могу ничего сделать. Вертолет! Потому что они просто пешком бегут, а их все подрезают. Я вертушку сбил! Я вертолет сбил! Хорош. Вот это было реально классно, слышишь, а? Так, ладно, парни, пока что еще держимся, пока что. Не, ну реально, сколько времени прошло еще, до сих пор к нам вообще стреляй никто не сел. Стреляй в толпу, чтобы никого не крашнуло, это хотя бы так очищаешь. Ну да, того, да, 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 да. Мы все, наоборот, на мы на... Да, мы пользу сервера все делаем на благо сервера, чтобы не было... Что здесь вообще происходит? Олег, я не могу. Надо сел. 1071 является нашим первым победителем, дорогие друзья. Мы его поздравляем. Да, все, закрыл машинку, все, машинка сета. Кеша Каландос у нас сегодня является первым победителем, дорогие друзья. Так, ну что, Кеша, поздравляю тебя. Ты являешься победителем нашего мероприятия. Получаешь 200 тысяч баксов. Поздравляю. От всего состава банды тебя поздравляю. Так, 200, раз, два, три. Ну, кстати, ну... Ну, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Спасибо, так, все, ребята, передаем, соответственно, приз победителю. Значит, это было честно, заслуженно, соответственно, да. Ну, а мы переходим ко второму этапу, потому что я думаю, что там будет намного жестче. Ну что, пацаны, боевая готовность. Мы приступаем с вами ко второму раунду. Смотрите, в прошлом раунде мы с вами продержались где-то примерно 7-8 минут. Наша главная задача продержаться в этом раунде гораздо дольше. Я надеюсь, у нас получится это сделать. Итак, строчка в чате у нас есть. Это значит одно, что мероприятие у нас начинается. Слушай, Макс, а ты сказал вот ремень пристегнуть, а вот как можно из танка вылететь вообще, скажи, пожалуйста. Спокойно. Я вот этого просто не понимаю. Через какое окошко ты из него вылетишь, скажи, пожалуйста, а? Он же пули непробиваемые, там же бронепластины, капец какие-то, а. О, полетел, чел, Олег, давай стреляй в воздухе. Ай, блин, попал! Хорош!
Не, да. Стой, не, по-моему, да. Не попал, не. Так, ладно, значит, у нас БТР, у нас танк, нас никто не остановит на этот раз, уж точно. Я вам это говорю. А давай реально сразу на встречку выезжаем. Я не знаю, мне кажется, игроки, еще не отошли на самом деле от первого раунда. Просто они... Кортеж малолеток едет. Кортеж малолеток. Ой, прости. Нормально. Олег, на бензоколонку газуй, чтобы ты не врезался. Так, ладно, сразу. Ой, блин. Ой. Ну куда? Тихо. Надо выезжать. На бензоколонку, срочно, на бензоколонку. Там люди бегут, смотри. Так, минус один типчик, отлично, одного минуса. Олег, на бензоколонку. Да не надо бензоколонку, там не надо. Ой, блин. Так, ладно, Олег, нас кинули вниз. Съезжай. Ну я вот сейчас. Ну кто он вот заедет? Ну на, гиб. Вы реально нас хотят застопать. Так я вот этого не понимаю, там же все четко понятно, что танк. А ты им скажи просто, ты им просто скажи про это и все, как бы я думаю поймут. Ребята, не нас, не к нам здесь надо. Нет, ребята, танк это имба. Я бы очень сильно хотел иметь в своем гараже какой-нибудь машину. Ну, типа танк реально вот какой-нибудь. Прикинь, вот так вот выезжает. А чего нет-то? А чего нет-то, скажите, пожалуйста. Так, вот единственное, что мне не нравится, что нас постепенно начинает тут зажимать. Нам надо как-то на трассу возвращаться. Прямо едь. Спокойно. Парни! Опасная ситуация на дороге, пацаны! Опа, минус Мерседесик. Опа, минус этот Астон Мартин. Отлично. Минус они идет. Нас топят, блядь. Да нас что? Да нас тоже топят. Тут по КД. Я никак. Это понятно, почему. Я помогу, пацаны. Я просто сейчас буду помогать. Погоди. О, минус таксист. Хорош. Найс. Отлично. Бамс. Не, ну это забей вообще, это просто прекрасно, это просто хорошо. Да, я просто хочу как-то на трассу выехать, у меня не получается этого сделать. Ну куда-то таксист едет, да? Резкий подъем, это не заедет. Ой, блядь! Так нас тоже зажимают! Нет! Нас никто не поймет! В кучу стреляем! В кучу! Андрюха едет! Не тормози! Мы застряли! Тихо. Нет, камень. Я пытаюсь выехать. Не получается. Тип лезет. Нет. Не сел. Да, ой, двое. Блин. 14-04. У меня только 12-62, я вижу его. У меня только 12-62. Я вижу только... Да ну это бред какой-то. Да не может быть такого вообще. А вот сейчас 14-04 прогрузилось. У нас сразу два типа. Блин! Что, может, между ними просто поделим 50 на 50? Ну давай, ладно. Ладно. Значит, просто телепортируют. Мы сейчас с Мими этот обсудим вопрос, потому что они сели одновременно. А кто к нам сядет, если у нас все за... О, все, вот нас зателепортируют. У меня первый сел. Так, ребят, сейчас мы соответственно... ФПС! Наконец-то. Сейчас мы, короче, быстренько обсудим с победителями, значит, вопрос о призе, соответственно, да, чтобы понимать, что да как кому и все такое. Так, ну все, друзья, значит, договорились с победителями. Значит, они решили разделить этот приз между собой, потому что, опять же, ну, Максим сказал, что они плюс-минус типа сели одновременно, Максим поэтому Галкин. Как бы мы им даем по солнышке каждому, соответственно, да. И в этом раунде у нас аж сразу два победителя, это просто капец какой-то, а. Так, победитель номер один, значит, ему соточку отдали, и победителя номер два также соточку отдаем. Все, ребята, тем самым у нас сегодня, ты, сколько мы раздали? 400 тысяч баксов мы сегодня раздали нашим дорогим игрокам, соответственно, которые играют вместе с нами на сервере. Поэтому, ребят, если вы также хотите постоянно участвовать вместе с нами на видосах, то заходите играть вместе с нами на GTA Питер на сервачке Sunrise. Так, ну пацаны, это еще не последнее, что я хотел сделать сегодня в серии, поэтому, ребята, мы уходим на небольшую паузу и вновь возвращаемся в город уже привычным нашим делам. Итак, дорогие друзья, мы наконец-таки добрались до игрального заведения. Максим показывает новую тактику, как нужно заезжать в казино. Да. Да. По-богатому. Я не могу заехать, погоди. У меня не проехал. О, проехал. Нормально. Давай, иди обменивай, садись и дальше поедем. Не-не, мы дальше поедем. Давай, все, поехали, Макс, поехали. Можно пожать ручку? Так, подожди, нет, стой. Надо фишки, погоди, надо для начала фишки купить, понимаешь, да? А уже потом, так сказать, приступать к настоящим играм, дорогие друзья. Итак, покупаем фишки, 50 тысяч фишек на сегодняшний день, дорогие друзья. У нас сегодня очень большие ставочки, соответственно, нас ожидают. И наконец-таки, ну ладно, я думаю, машинку давай перепаркуем, да, тащу это. Да пусть тут, ребятки, секунду.
нормально. Сейчас, короче, смотри, сейчас вот так вот. Я прям к этому подъезжаю. Смотри, машинку. Подожди, подожди, не, ну к столу прям заезжать не надо, я предлагаю. Давай, вот прям у бара, во! Надо паркануться у бара красиво, вот так вот, смотри. Около стола вот так вот, бам. Не, ну это лишнее, это лишнее, это лишнее. Так, ну ладно, ураганчик, давай, надо подумать. Надо опять. Мне там названивают, а елки-палки, ну целый день, ну телефону тут выбросить надо. Так, на семерку говори, ставите, да? Уверенно, уверенно. Сколько? Я 5-12 поставил. На 12, нет, 7. Я поставлю. Я на 12 поставил. Да, я поставил на 12. На 7 лучше. Ну какой, ну ты 7. Что? Ну, я на 12 поставил уже, ну в смысле? Ну, я же сразу один говорит одну, другой говорит другое. Как бы, ну что это такое начинать? Но не, подожди, если сегодня, если сейчас выпадет 12, то это будет просто прямо. 12. Ай, да, блин, да, рядышком, рядышком, рядышком. Хорошо, думаем дальше. Это только 2, первая 2, ставка. 2, 2, нет, 2, не, не, не. Нет, ты что, какой 2? Прикал уже? Нет, 2, это двойка, двойка, может быть. 2, 36? 2, 2. Ураган 36 говорит, да? 36. Я поставил на 36, я поставил на 36. Дурак. Максим, понимаешь, ураган реально настоящий талисман. Он столько ставок нам зарешал просто, это вообще. Это талисман, из-за которого у тебя в жопу выйдет. Нет, на двойку. Я тебе реально говорю, у урагана столько на ставок двойку залетало, что реально его иногда и надо что, слушать. И что, он нищий все. Смотри, 36, 36, 36. 2, 2. Нет, не 36. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вообще пятерка выпала. Вот видишь, так, он ладно. С двойкой это было, я говорил. Надо думать, надо думать, надо думать, надо думать, надо думать. 27, 27, 27. Нет, мне кажется, что-то сейчас посередине. 27. Мне кажется, посередине сейчас 27. Будет что-то. 27, нет, 27. Я на 16 поставил, я поставил на 16. О, чуечка, боже мой. Чуечка, 27. Чуечка, чуечка. Сколько поставил, 4? 4, 28, 31. Блин, 27, не дай бог сейчас, а. 27, не дай бог. 27 надеюсь, падало, 2 ставки надеюсь, назад. Да, уже было 27. Да, 27. Нет, 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 погоди, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Ой, блин, нет! Нет! Ну рядышком же был, ну, да поверяй, прям рядышком! Поверяй. Ураган, последний шанс. Последний шанс, последняя надежда. Надо ну, думать. Я поставил 23. Думай, смотри, я 13. 23, меня, слушайте, 23. 22 поставил. Еще раз, 23. Ураган, надо. Давай, Ксим, тихо! Подожди. 13, 18, 22. 13, выбирай. 18. А, ну. Да я не успел! Ну нормально, сейчас посмотрим. 23, нормально. 23, не дай бог, вот не, дай бог не дай бог, не дай бог, не дай бог, я сейчас пропустил ставочку, которая могла бы вообще, дальше. Я говорил, что надо двойка, ты блядь. Ты говорил это в прошлом раунде. Да, так, хорошо, блядь, надо давай, было ставить. Давай думать. Давай, есть такое предчувствие, что это 26. Нету такого ощущения, нет? Нет. 8. 8 либо 11. 8 либо 11. Не-не-не, 26. 10 пусть будет. Да ладно, десяточка. 8 либо 11. Давай, пусть будет десяточка. Пусть будет десяточка. Пусть будет десяточка. Вот сейчас десяточка. Ладно, если мы сейчас поднимаем. 8 либо 11. Если мы сейчас поднимаем, то это сколько? Это 18 лямов в плюсе. Так что это вообще будет прекрасно. Это вообще будет хорошо. Ну давай, пожалуйста, в преддверии дня рождения, пожалуйста, прошу. Сделай подарок на день рождения. Пожалуйста, просто сделай маленький подарочек на день рождения. Просто сделай маленький подарочек на день рождения. Ну ёпта. Вообще, что за тысяча падает конченая? Ой, блин, ребята, я не знаю. Сегодня явно не мой день. Приконченный ураган. Сегодня день слива по полной программе, ребятки. Да, к сожалению, по-другому ты и не сказать. Обычно чернослива. Ну, дорогие друзья, я предлагаю на этом моменте закончить наше сегодняшнее видео. Так сказать, да, мы играли сегодня на проекте GTA Peter Pan на сервачке Sunrise. Заходите обязательно играть вместе с нами. Скачивайте проект по ссылочке в описании. Не забывайте вводить наши промокоды, которые дают 12 тысяч баксов и статус на 10 дней. Что реально упрощает вашу жизнь. На этом, ребятки, сегодня все. С вами сегодня был Кстати, Олежа Кофе, Андрей Шендифай, Максим Фрэш и Ураганчик. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока.